Каждый 12-й немец – праворадикал. Исследование фонда Фридриха Эберта FES показывает, что взгляды каждого 12-го немца находятся под влиянием правого экстремизма. При этом уровень такого влияния в последнее время значительно возрос. Авторы отмечают, что теперь 8% немцев открыто поддерживают правоэкстремистскую идеологию в сравнении с 2-3% в предыдущие годы. Опрос также выявил, что более 6% респондентов выступают за установление диктатуры с одной доминирующей партией и лидером, 16% испытывают антипатию к иностранцам, а треть, 33%, считают, что беженцы прибывают в Германию исключительно с целью пользоваться благами социальной системы страны. Часть населения отдаляется от демократических ценностей или теряет веру в действующие институты. Популизм набирает обороты, подчеркнул председатель фонда Мартин Шульц.